Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием BioShock Infinite. Даже не поймешь, что скоро ты узнаешь, насколько он а что за сранец такой, блин? Механический, стреляет там, понимаете? Ты тут еще стрелять будешь? Да я тебе сейчас тут, я тебе сейчас свинцом напихаю по самой гланды, не узнаешь их. Все. Букер, лови! Давай. Благодарю. Ой, ты, блин, ты что тут ходишь тут туда-сюда? Думаешь, это твое место, что ли, родное? Нет. Валим. Прекрасно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Валим. Я ничего не нашла. То, что нужно. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами. Давай. Спасибо. Но не я водружу знамя над покоренным миром. Хорош ты, твою мать. Это сделаешь ты, Элизабет. Ты сделаешь это. Так, там можно, я думаю... Трасса свободна, Букер. Я думаю, тут можно сейчас фигоминку активировать, да? Открой. Сейчас. Все, отлично, да? Продолжаем ехать, точно? А? Эй, ты... Так. Нет? Сюда? Нет, не сюда. Все это в любом случае гораздо сложнее, чем может показаться в самом начале. Доберитесь до следующей палубы по аэротрассе. А, все, я понял. Так, вот сюда, да? Точно. Поехали. Вот. Давай за мной. Совсем уже охерели. По сторону от Агнца стоит ложный пастырь. По другую недобитки народники. Кто из вас не отдаст жизнь за то, чтобы она исполнила свое предназначение? Неужели сюда? Возрадуйтесь же! В смерти боли нет! Ага, сюда. До свидания. Вот. Патроны, лови! Ай, давай. Прекрасно. Что-то не так. Почему же так медленно? Не знаю. Придется нам тут посидеть. Ну здрасте, товарищи. Четверть капсулы уже готова. И это все? Ну, а что дальше делать? Блин. Ну, давайте. Че ты, заело что ли, тварь? Не надо. Ты что себе позволяешь-то? Слышь, ты кто такой-то? Я сейчас напрыгну. Вот так вот. Да чего же медленно? Ну, конечно, медленно. Очень-очень медленно. Просто жестоко. Кто так. Они на барже. Свидание. Ты ж ты, блин, иди отсюда. Кровь за кровь. Говняки такие, а? Открой. Сейчас. А вот. Букер, трасса свободна. Все замечательно. Идем отсюда. Возможно, я успею сразить тебя, Дэвид. Или ты сам убьешь себя раньше. Ты всегда был склонен к саморазрушению. Давай, антихер бородатый. Не прокатит. Не прокатит. Дай ты, иди ты в другую сторону. Конечно, смылся, а как же иначе? Революция на пороге. Еще палуба. Тут я сам разберусь. Нет, я пойду с тобой.
Хм. И как бы это. Ах ты, ах ты! Вот сюда. А, вот сюда. Пап! Пам-пам-пам-пам, в другую сторону. Это моя трасса, это мое шоссе, да? Ух ты, нихера себе, что творят. Нихера себе. Ёлки! Блин, ты что-то вылез так неожиданно. Я думаю, тут моя трасса. А это папочка. Только небольшой, а длинный и упругий. Так. Букер, лови! Давай. Благодарю. Давай, 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 давай. Да иди ты в попу. Патроны, Букер! Давай. Букер, лови! Быстрее. Благодарю. А то тут лысый и длинный. Уходит туда-сюда. Да что ж ты с тобой будешь делать-то, а? Вот. Прекрасно. Ты тут сдохнешь. Совсем оборзил уже. Сюда. Эй! Не туда поехал. Иди в попу. Вот так. А, все, значит, правильно идем. Ах ты! Я могу помочь! Давай, лови! Лечи. Спасибо. По этой трассе можно подняться к пророку. О, другое дело. Ты хочешь начать все заново, но прежде время обернется вспять, чем ты найдешь прощение. Это моя башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы, я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне. Да, я сейчас буду. Отойди. Я убью его. Букер, нет. Это наше с ним дело. Ты сама идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Ну и ну, как ты выросла? Скажи, что я? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее! Элизабет, я всего лишь хотел оградить тебя. От чего? Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Почему? Я дурак! Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Обрушивал на тебя огонь с небес. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Спроси, что случилось с твоим пальчиком. Спроси, Девита. Пусти меня. Она твоя дочь, сучий выродок. А ты ее бросил. Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер! Отвечай! Нет, Букер! Отвечай! Все кончено! Ни черта не кончено! Букер! Засадил ее в клетку на всю жизнь! Букер! Отрезал ей палец! И винишь меня! Букер, прекрати! Ты убил его? Упс. О чем он говорил? Скажи, что он говорил про мой палец?
Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь, ты просто не помнишь. Нет, я тебе докажу. Мы разрушим сифон. Ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Не знаю, но я что-нибудь придумаю. Да. В какую сторону сюда? Блин, зачем я кнопку нажал? Ну, ладно. Ты земля. Тут замок. Клетка, что же это? Что дальше? Что же она хотела сказать? Клетка. Кейдж. Может быть, по буквам? Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Букер? Мол, знают, что будет дальше. Букер! Ты знал, что так будет, старик? Так, приготовься. Ты знал, что так будет, пророк? Похоже, они идут на абордаж. Твоя дочь не займет свой престол. Мы отправим ее в могилу. Эй, что делаешь? Мы должны спеть ему! Кому спеть? Элизабет, перестань! C-A-G-E! Это не буквы, Букер! Это ноты! Нужно, чтобы ты меня защитил. Сделаешь это ради меня в последний раз. Прошу. Давай. Давай. Давай, давай, давай! Букер, он поможет нам! С флотом народников! Ракета, Букер! Так. И что теперь надо делать? Теперь вы можете отдавать приказы Соловью и направлять его на врагов. Для атаки выберите любую выделенную цель, нажмите кнопочку X. Чем крупнее цель, тем дольше перезарядка. Букер, скажи ему, куда лететь. Дейзи Фицрой говорит, то... Бей пока на нерке! Букер, сюда! Народники! Доберемся на нем до острова Монумента. Этот! Сейчас. Так. Аккуратно. Сейчас, наверное, еще пидорюги повылезать, да? Чего? А ну вылезай. Я тебе сейчас прочищу то место, где розы не цветут. А ну давай. Давай, 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 вылезай. Букер, зови его. Букер, канонерки. Готовься. Что делать-то? Подождите. Сбей канонерку. Вот. Прекрасно. Патроны, Букер! Давай. Букер, лови. Ага, замечательно. Так, дальше что? Баржа, Букер. Баржа? Ой-ой, баржа, это... Нехорошо. Баржа, это нехорошо. Это очень нехорошо. Ёлки-палки, сколько вас здесь? Вы совсем все охренели. Это еще не конец! Что есть у них? Только старик и его сказки. Да, вот так! Разорите его! Что есть у
товарищи! Только правда! Подожди, чуть-чуть! Я первую! Но мы выстрелим последними! Ну? Сними канонерку! Отсечка, Букер! Давай! Лови! Спасибо! Ты что там скачешь-то, как конь резвый? Сейчас я лично тебе этот шарик засуну куда-нибудь туда. Чудной такой с ракетницы на меня бежит. Зачем? Букер, лови! О, замечательно. Погнали. Сейчас мы, чувачка, приходим. Соловей готов, Букер. Прекрасно. А, понятно, все ерунда, значит, да? Ой-ой-ой, сколько их тут? Я ничего не нашла! Говноеды, вы мне канарейку хотите раздербанить? Соли, лови! Давай. Букер, лови! Пойдет. Но они залиты кровью и слезами! Нашей кровью и нашими слезами! Но сегодня... Наши слезы станут золотом, а ваши станут кровью. Ёл упала. Дирижабль! Ну, это легко сказать, уничтожьте. А, вот, все. Дирижабль, быстро! Берегись, патриот! Лови патроны! Да, давай. Букер, лови! Отлично. Да что ж тебе, блин? Да иди ты в попу. Пулеметом мне по голове дал. Засранец. Так, замечательно. Давай, Соля. Угу. Спасибо. Отлично. Все, что есть пока. Не тяни резину. Так, слышь ты, хероплет. Что мы скажем их пророку? Что мы скажем их агнцу? Аккуратно, аккуратно, блин. Не нравится мне это. Ёлы-палы, херачит-то как? Ну все. Давай, слови, быстрее перезаряжайся. Как бы это странно не звучало. Ну, ну. Соловей готов. Ну. Прикройте меня. Дирижабль, быстро. Вот, отлично. Ой, ой, ой. Вот прекрасно. Жесть какая. Ракета, Букер. Да идите вы все в попу. Ну хватит, блин. Соловья лупить. Совсем уже офигели. Букер, лови. Давай. Безумие какое-то происходит. Офигеть. Ну, собака. Я нашла соль. Ну, другое дело. Вот. Бей по дирижаблю. Ну долго еще продолжаться с тобой, безобразие. Это все, что есть пока. Прикройте.
Лови патроны. О, безобразие. Ну, сколько еще этих дирижаблей-то будет? Они идут. Ну! Твою мать. Вот, отлично. Уже лучше гораздо. Ну? Ничего нет! А что, неплохо вышло? Вообще жесть какая-то. Полная, причем. Безобразие. Букер, подойди. Что? Что это такое? Смотри, ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь Сифон. Ты этого хочешь? Только так мы найдем правду. О моем пальце и Комстоке, обо всем. Снеси все. Все до основания. Где он? Тихо. Я здесь. Я с тобой. Успокойся. Вот так. Элизабет, прости.
так. Это было так. И будет так. Столько вариантов на выбор. Они все ведут в одно место, где все началось. Я сам решаю, куда идти. Букер, все уже решено. Интересно, интересно. И что дальше? Сюда, в эту сторону? Да, слушайте, а почему такие двери странные? Постой-ка. Я знаю это место. Я был здесь лет 20 назад, наверное. Сразу после Вунда Дни. Я искал... Быстрей! Времени нет! Зачем ты был здесь? Готов ли ты стереть прошлое и очиститься от грехов? Готов ли ты родиться заново? Возьми меня за руку. Нет, нет, я не хочу. Но ты ведь уже это сделал. Ты готов родиться заново? Да. И покаяться? Да. И отринуть порок. Да. Хочешь ли ты покончить с прошлым, смыть все грехи и переродиться в крови Агнца Божьего? Да. Иисусе, омой грешника. Нет, нет, нет. Даруй Постой. Ему новую Прекрати. Жизнь. Нет! Что ты творишь? Прочь! Убери сын, руки! Сын мой! Прочь! Ты этого не сделал. Думаешь, купание смоет все мои грехи? Давай-ка валить отсюда. Эти твои двери, разрывы, да? Ну так открой один. Открой в Париж. Я сыт этим по горло. Только когда найдем Камсток. Камсток мертв! Нет. Он был здесь. Сюда. Я уже вообще ничего не понимаю, серьезно. Что с моими долгами? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это тот, кто нанял меня найти тебя. Правда? Да. Девчонка за долг. Что ж, друзья, давайте, наверное, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.